И всем привет, дорогие друзья! С вами Максим, канал Нурлагон, и я решил вот так вот спонтанно взять и записать Fallout 70... Какой там, 76, да? По-моему, он называется, черт, я забыл название игры. Бывает такое, по-моему, да, Fallout 76. В общем, она недавно в Steam продавалась по очень хорошей скидке, правда, я взял обычный вариант без... Дополнение там, по-моему, Братство Стали как-то отдельно идет. Вот. Но, тем не менее, она стоила достаточно дешево, там в районе 300 рублей. Может быть, чуть больше, ну, не больше 400. Вот, и поскольку я люблю серию Fallout, я прошел вторую часть, я прошел третью, New Vegas, там, частично четвертую. Кстати, хочу ее допройти. Вот. И вот мне сказали, что продается эта игра. Я думаю, что бы не взять. А когда взял, я думаю, а что бы не создать там персонажа. И вообще узнать, что да как. Мне уже... Да, 76. Правильно, 76. Фоточку сделал. Ну ладно. Так, выбирая создать учетную запись, я подтверждаю, что мне 13 лет. И принимаю условия бла-бла-бла. Имя, господи, как же тебя назвать? Электронная почта? А знаете что? У меня есть учетная запись в Bethesda. Наверное, давайте попробуем войти. Так, ein Moment, мне нужно вспомнить. А какая же у меня там почта? Сейчас, секунду. Я вспомнил, какой у меня там пароль, логин от учетной записи в Bethesda. Поэтому у нас лицензионное соглашение. Ра-та-та-та-та, вы продаете свою душу дьяволу, все понятно, отлично. Проверка принятия документа. До 15 ноября вас ждет бесплатный... А, не успел прочитать, да и не важно. Пробный период. А зачем мне пробный период, если я игру купил? Бонус ноября. В ноябре в атомной лавке появляется стильный синий прицеп Корвега. Самое то для жизни в Апалачии. О боже, что это? Повышайте ранг и получайте награды. В шестом сезоне помогайте несокрушимым расправиться со злодеяниями осатанелыми. Что? Со злодеями осатанелыми. А, это у них какой-то делик типа а-ля... Герои Марвел. Хорошо, так, а как начать-то? Тап. Общение. Нет, не общение, играть, конечно же, играть. Мир найден. И сейчас такая хоп, и меня выбрасывает куда-нибудь. Нокс. А взрывчатое оружие наносит урон по большой области. К этой категории относятся гранаты, мины, толстяк и ракетометы. Ракетометы. Да. Слушайте, а это случайно не кадр из четвертой части? Только немножко с другого ракурса. Так, вчера инструменты, сегодня оружие. Бензопилы, пожарные топоры, даже скалки применяются в бою, ничего себе. Лекарство в стимуляторе помогает заживлять раны и даже восстанавливать поврежденные на видимо конечности. Bethesda Prison. Ну давайте, классическая. War. War never changes. Ае, кайф.
1776, this great nation accepted that armed conflict was the only way to preserve our rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. If our founding fathers could only see us now. From Antietam to Amiens, Okinawa to Anchorage, we have fought. And now, the Red Menace is at our doorstep. Democracy itself is under threat of annihilation. That is why today, July 4th, 2076, 300 years after our great nation began, we gather together to honor the completion of Vault 76. This sprawling underground shelter may have been engineered by Vault-Tec, but it was built by you, the good people of America, so that if the bombs do come, if the end does come, our way of life will endure. But not everyone will be saved. Those chosen to enter this vault must be our best and our brightest. For when the fighting is stopped and the fallout has settled, you must rebuild. Not just walls, not just buildings, but hearts and minds, and ultimately, America itself. So as we stand here today, we pray that the world will know peace. But if that is not our destiny, if war must come, we stand together knowing that here in Vault 76, our future begins. Да, миру кирдык, но главное сохранить Америку. И что самое меня, блин, печалит, типа, я вот не совсем понял, они сказали, что миру угрожает красные угрозы, это про Россию они имеют в виду, или это перед тем, как была вот битва на Анкоридже китайцами? Так, перемещайте, зажав маус, шмаус, господи, так. Не знаю, может за девушку поиграть. Хоть в какой-то веке. О, господи. Ее пустошь не пощадила, это точно. По-моему, пятое лицо было самое приятное. Не, четвертое еще ничего. Да, четвертое симпатичное. Сделаем глазенки чуть побольше. Блин, или все-таки за мужика играть? А женщинам на пустоши, наверное, сложно приходится. Так, что еще можно поменять? Лоб. Не знаю, что с губами делать. Они какие-то у нее несуразные. Так, а вот можно как-то... А, во! Ну, в целом, ничего такая, ладно, сойдет. Цвета.
Цвет глаз, давайте. Янтарь. Хейзл. Что такое Хейзл? Впервые вижу вообще такое наименование. Хочу карри, люблю карриглазых. Карри с зеленым, кстати, тоже ничего, красивый цвет. Пусть такой будет. Цвет волос, светло-каштановый. Это светло-каштановый? Давайте, брюнетка. Тип волос, да? А, не-не-не, это не то. Вот, стиль. Неряха. Майкл Джексон. Так. Человек со вкусом. Я со вкусом, да. У меня вкус тот еще. Форма, тип, цвет. Цвет губ можно выбрать. А, цвет кожи. Подрумяненный, кофе. Темный шоколад. Давайте будем розовощекими. Блин, а можно как-то мешки под глазами убрать? Так, нет. Отмена. Да, мне говорили, что я надолго не залипну, но что-то я залип на создание персонажа. Нет, ну это совсем. Так, как бы... Как глаза-то больше сделать? Как-то я это делал. Нет? Или мне показалось? Не, ну нормально же в целом, да? Девчули получилось. Со скулами, правда, у нее какая-то фигня. Не, нормально, нормально. Единственное, да, прическу надо поменять. Хочу все-таки я прическу сменить. Стиль. Давай посмотрим стиль. Диплом с отличием. Прическа. По-быстрому. Знаю я, что такое по-быстрому. Венди сварщица. Не знаю, мне вот нравится человек со вкусом и диплом с отличием. Остальное все какое-то отстойное.
О, прическа Анкоридж. А чё бы нет? Мне кажется, у нее нос кривой. Да, он действительно был кривой, смотрите-ка. Ну все, вполне симпатичная девушка, короче. Я думаю, да, пол. Блин, а зачем я менял ей пол, если... Нет, я не хочу менять пол, короче. Тело, тело, тело. Жесть. Мускулистая. Совсем худощавая. Сейчас. Мне кажется, где-то вот так вот должно быть. Все, ладно, готово. Как назов... О, самое важное, назвать персонажа. Русский имя возможно же, да? Дай-ка подумать, дай-ка подумать. А, выбор очевиден, в принципе. Элис, имя. Так, Элис, посмотри в камеру. Молодец. А, я не сфоткал? Сделал снимок Space. Ага. Давай, детка, посмотри еще раз в камеру. Молодец. Так, левел у нас она первый. Показать, скрыть меню. Все, тап. Ура, наконец нам дали поиграть. А, что же у нас тут есть, что можно стыбзить? Игра на музыкальных инструментах помогает расслабиться. Долгая игра дает дополнительные эффекты. Запомнили. Правда, музыка не очень, но в целом это хорошо. А, лампочка. Ага. Так, отдохнуть. Взять есть что отсюда? Я не пойму. Ладно, терминальчик. А, взять пип-бой. В некоторых терминалах уже есть голозаписи. Чтобы извлечь голозаписи или поставить ее, нажмите R. Поздравляем с днем рождения. Поздравляем всех, сегодня важный день. День... А, возрождение. Мы готовились к этому 25 лет. Мы готовы, и вы готовы. Америка ждет нас, так что давайте быстрее выбираться. 25 лет после войны, мне кажется, маловато. Смотрительница. Все приглашены. А с 10 до полуночи мы выставили остатки спиртного и распаковали официальные праздничные шляпы и колпачки Валтек. За 10 минут до полуночи смотрительница скажет речь и будет бла-бла-бла.
Collection Tips Catch Empty Max. Типа наполни пустой маг, получи деньги. Ну, маг в смысле кружка. А, hold space to... Так. Че, не прошел еще первый уровень-то? Блин, что-то это не напивается никак, смотрите-ка. Ой, сломал. Ладно, хрень, короче. Не хочу больше. Все, погнали. Смотримся еще. Консоль пип-боя. Во, давайте берем наш пип-бойчик. Чтобы войти в меню пип-боя, нажмите Tab. Начато задание. День возвращения. А дверь у нас можно... Помылись. Блин, можно много чего активировать, но при этом ничего нельзя взять. Полезная хрень. Ладно, все, пошлите. Надоело мне здесь. Переключайтесь между видами от первого лица и от третьего на V. Оп. Нет доступа. Почтовый ящик. Пустой. Музыкальный автомат. Типа наш герой последний, что ли, уходит. Перепила и проспала. Наша Элис. Кто такая Элис? Неужели здесь ничего нельзя взять? Но я не верю. Ну ладно, пошли. Вообще немножко напоминает Биошок. Но более светлый, конечно. Закрыто. У них даже был, типа, этот футбольный стадиончик свой. Маленький, конечно, но свой.
О, робот. At last. Today is your reclamation day. I... Погоди. Где субтитры? Z-меню. Как-то неудобно все сделано очень, как будто под геймпады прям чисто. Так, предустановка личные. А что у меня такие странные предустановки? У меня не такая уж плохая система. Качество освещения. А, после перезагрузки вступят. Ладно, потом тогда. Настроим это дело. Управление, аудио, игра, вот, наверное, игра, и нужна... Ну да, тут очень много под контроллер. Такого. Активация голосового чата. Не хочу. Режим голосового чата. Область... Команда. Нет. Пока что так. Чтобы нам пока никто не мешал. Пока я еще не разобрался, как тут говорить, как отвечать. На какую кнопку жать. А, вот управление. Давайте посмотрим. Ватс у нас Q. Эмоции. G почему-то. Карта, карта. Активация голосового чата. Caps Lock. Капслог, боже мой, ребятки. Да, глубина резкости, бла-бла-бла-бла. А где субтитры? А, вот субтитры диалогов. Все, наконец-то. Погоди. Так, нет, 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 нет. Я хочу... еще раз, настройки... Реально как-то очень неудобно сделали менюшку. Где это находил? В аудио, что ли? Так, вот, субтитры, субтитры диалога. Все включим. Еще раз. А наконец-то сегодня ваш день возрождения. Наверняка вы так мечтали увидеть мир, что у вас швы на корпусе трещат. Так. Что нам известно? Вообще ничего. Внешние датчики вышли из строя после той гнусной истории с ядерными бомбами. Допустим. У вас столько друзей, и они ушли так давно. Я даже не представляю, как они уже изменили облик Апалачи. Апалачи это где, кстати? Интересно. От смотрительницы нет вестей. Нет, и вряд ли мы что-то узнаем, ведь прошло что-то там много времени. Кроме того, она ушла отсюда, чтобы возрождать Америку. Вам давно пора последовать ее примеру. Так, могу приступать. Великолепно, сэр, вас ждут приключения и новые возможности. Я дама. Доски содержат ценную информацию, которая позволит вам... Короче. Короче, пошли. Я не понимаю, зачем... В некоторых киосках, вернее, в некоторых дверях нет доступа в принципе, а некоторые, типа, не отвечают. Нет. Нет. Очищенная вода. Берем. Радикс берем обязательно. Тын-тын. Представьте, что вы умерли от... умерли от голода или жажды. Вот конфуз. Шкала жажды со временем пустеет. Ага. Допустим.
в Орте. Новый день, новая возможность покинуть убежище 76. Что скажете? Ну, покинем. Так, вот еще один. Медикс и Радикс, да? То есть стимулятор и антирадин. Что-то нам сказал робот Кавендиш, но я не читал. Что-то такое. Стройматериалы. Предметы, состоящие из компонентов, можно использовать для создания новых вещей. Угу. Головной убор. Спасибо. Угу. Комната смотрителя. Терминал. Так, отчеты Волтек. А через 25 лет после закрытия дверей убежища вы должны подготовить граждан к эвакуации из убежища, чтобы начать процесс, далее называемый возрождением. А подробная информация будет автоматически передана вам по мере приближения к этой дате. Так, после дня возрождения вы должны будете найти и взять под личный контроль три шахты с ядерными ракетами под кодовым названием Альфа, Браво, Чарли. В случае их сохранности вашей задачей станет изолировать эти шахты от всех, кроме уполномоченных. Подчеркиваем, что это ограничение распространяется даже на других представителей власти. Вам предписано игнорировать все их приказы, так как пусковые шахты находятся под юрисдикцией Волтек. Характеристики убежища. Так. Порядок X. Вообще, по идее, все это надо читать. Задача смотрителя заключается в том, чтобы заботиться о здоровье и благополучии граждан, любой ценой избегать потерь среди его резидентов. Каждый из них отобран специально. Так, так как дверь убежища нельзя открыть снаружи, не позволяйте посторонним заходить во входной отсек. Так, 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 так. Наши исследования показали, что типа после кратковременного проживания люди не захотят покидать убежище. Типа в случае убежища 76 это недопустимо. Короче, все должны покинуть корабль. Все ясно. Подожди, там что-то еще, наверное, есть. Так, выживание в первую очередь. Так, на сегодня 6 жителей находятся под дисциплинарным арестом. Ну, блин, это, конечно, все читать хочется, но... Хотя, с другой стороны, я сейчас играю для себя, так что я буду читать. Чемпионат мира убежища 76 удался на славу. Мяч чуть не разбил музыкальный автомат, но атмосфера в атриуме была потрясающей. Так. Но я так понимаю, ничего хорошего здесь нет.
Вернее, ничего полезного. Мы можем сесть на диван. А, хорошо. Побежали дальше. Все закрыто. Кроули. Знавал я одного Кроули. Сверхъестественного. Кэмп. Это система... Покинув убежище, вы можете построить кэмп. Для этого войдите в меню P-Boy и нажмите Z. Это наша типа точка возрождения. Насколько я уже знаю. Ваши навыки, мэм, позволяют вам добиться чего угодно. Уверен в этом. Карты способностей. Очки, ручка, зачем? О, я уровень получил. Спешл. Так, вот, это всегда для меня было сложностью. А какой вес вы можете нести и сколько наносить урона? Гладиатор. Плюс 10 к урону, наносимым холодным оружием. Урон, ага. Уровни качать можно. Принять. А, то есть это так работает. Нам дали всего одну очку спешила и... типа особенность. Навык. Так, ну осталось мне дать оружие. Кто-нибудь хочет мне дать оружие? Вот сюда можно войти. Видимо, тут что-то открывается. А, да, тут... как сказать, кинематографично открывается дверь, приглашая нас выпилиться из этого убежища. Но пока нет. Пока нет, я пока еще не все тут изучил. Терминал службы безопасности. Требуется пароль. О, знакомая фигня. Халс, одно сходство. Опыт. Ноль. Значит, первый не аж. Неймс одно сходство. Да, можно делать это бесконечно. Трейн 0. Ноу 0. Бегин 2. Блин. Мы же за это уровень, наверное, получим, да? Да черт тебя за ногу. Варнс. Полсет. Блин, я добьюсь. Так, может быть, агент? Элита. Чип.
Что там за слово такое? Вайерс. Да ёлки, одна только буква. Вопрос какая? S, что ли? Не факт. Приз. Actors opens rules. Green trade points. Вообще ноль попаданий. Да что такое? Fails одно совпадение. А, фаулт. Эйгл. Не, давайте подумаем. Какой может быть... Тирс, два сходства. Ну-ка. Во! Офигеть. И опыта всего 10. Блин, вот дерьмо. А, так, инструкции по безопасности убежища. Доверьте своей смотрительнице, подчиняйтесь ей. Отчеты о несчастных случаях. Пьянство и нарушение, расследование нападений, несанкционирование доступа. Кража. Вот, несанкционированный доступ. А, прошлой ночью терминал был взломан. Расследование Сэнди не дало результатов. Был получен доступ к файлам возрождения. И это привело босса в ярость. А чего он хотел? Половина жителей чертовы гении. И как мы можем защититься от... А, защитить от них закрытые файлы. Удвоил число людей в смене, так что теперь будет больше следящих глаз. Как будто это поможет. Ладно. Журнал. Утечка информации. Последняя запись. 25 лет ни одной потери и чертовски трогательное прощание. Ну ладно, тут, короче, все типа на позитиве, все такие няшки-друзьяшки. Поехали. Суровый пустошь, мать ее. Goodbye, Джеронимо. Так, ну, в принципе, думаю, немножко пробежимся. Может быть, с кем-нибудь посражаемся, и на этом все. Честно говоря, даже не думаю, а буду ли я как-то там стримить или записывать свои похождения. Потому что это все-таки ММО. Ну, грубо говоря. Вот. Хотя... Вот, если брать Elder Scrolls Online, то это чистое ММО. А тут это, скорее всего, какой-то Ark Survival больше. О, лес. Отлично. Зажмите Tab, чтобы включить и отключить подсветку пип-боя. Найден сигнал лагеря. Души Уэр
не могу прочитать. Короче, вот мы. Сейчас наша дама кажется не такой симпатичной, как при свете. Блин, ну, симпатично. И вроде ничего не тормозит, что самое интересное. Труп спасателя? Блин, а ты не встанешь? Кто? А, это робот какой-то. Какие-то сраные роботы. Так. Гладкоствольный пистолет собачьей консервы. Ну что, справимся, как думаете, с этими жестянками? Ай, ай-яй-яй. Минус один. А, нет, не минус. Вот теперь точно минус один. Минус два. Что-то еще там трындит. Похоже, где-то еще живой есть. Нет? Так, ладно, быстро осматриваемся. Можно ли тут что-то взять? Опачки, что-то есть. Вода и... Зачем я это сделал? Руками робота. Кто-нибудь пробовал руками робота убить? Мне кажется, это очень больно было бы. Эх, Радыкс сожрал зря. Ну ладненько, где у нас тут робот? Еще один наш дружище. Пеннингтон. О, мэм. Эти юные леди там, внизу, они такие оживленные. А до тех пор они не совершали ничего особо легкомысленного, но, быть может, вам стоит с ними поговорить, убедиться, что их намерения, типа, норм. Смотрительница не попадалась? О, у меня же осталась ее голозапись. А прошло столько времени, я совершенно о ней забыл. Если встретите смотрительницу, передайте ей мои наилучшие пожелания. Добыть пупса... чего? Ладно, не успел. Не знаешь, чем они занимаются там, эти бабы? Я лишь знаю, что они испытывают явное желание проникнуть в убежище. Одна женщина показала мне крайне обеспокоенной, когда я сказал, что убежище закрыто. Однако я не уверен, что она мне поверила. Так, до недавнего времени здесь был мир и покой. Я оставался на посту, встречал тех, кто покидал убежище и любовался красотами природы Апалачии.
Но в последнее время в Апалаче снова появились люди, и эта парочка, и еще многие другие. Народ не из убежища, если вы понимаете, о чем я. Меня это очень тревожит. Кто знает, что у них на уме? Почему думаю, что они что-то задумали? Я несу здесь стражу уже давно и пришел к выводу, что люди за пределами убежища не всегда имеют благие намерения. Несчастью, это именно так. Берегите себя, мэм. Если он так говорит, то, скорее всего, он тут кого-то уже грохнул. Да? О, робот. Раз. Два. Был освободитель и нету. Раз тебе. Два. Не зря я силу качал. А, подожди, а тут кто-то уже их отстрелял, что ли? Нашел схему. Так, нам пишут, что вы можете найти рецепт или схему. Это, конечно, замечательно, но я вот это и так уже понял. Я могу это сделать. Погремушка, прыжки, кожаная броня, грудная клетка. Это, видимо, человека, что ли? Бутылки. Бутылки, наверное, можно на стекло разбивать, да? Патроны. Вот это я не зря зашел. Я вижу трупы. Солдат. Патроны. Топор, боевой нож. Во, круто. Да, смотрите, тут кто-то был. Или они просто так лежат, сломанные уже? Мне кажется, тут кто-то ходил. Смотрите-ка, он живой. Криповый парень. Так. Вернулись туда, где мы уже были. Сейчас тогда мы снова подбежим до робота, посмотрим, что там за бабы, и тогда все, я точно заканчиваю. Ибо времени уже много. Не, ну красиво, красиво. Мне нравится. Надо потом еще настройки подкрутить, графон, не я. И будет замечательно. Мне не кажется, что эти люди дружелюбные, поэтому... Оружие. Гладкоствольный пистолет. Лейси и... Изела. Наверное, нужно будет с Лейси. Тихо, тихо, мои друзья. Мы тебе не угроза. У нас всего лишь парочка вопросов. Ты ведь из убежища? Я думал, там пусто, а двери еще открыты. Да, скажем прямо, дверь наглухо закрыта.
Нас сюда направили люди из Уэролла, неважно. После того, как... Он сказал, что в убежище спрятана, ну, такая штука, наш последний шанс на лучшее будущее. Гэг, что ли? Что за штука? Ну, ты знаешь, то, что заставило всех вернуться сюда. Куда-сюда. Вас обманули. Но, Лейси, я же говорила, он нас обманул. Но это были наши последние крышки. Нет, кто-то должен что-нибудь знать. Будем искать, пока не выйдем на след. Чудесно. Ладно, значит, спасибо за ответы. Думаю, нам следует ответить услугой за услугу. У тебя есть какие-нибудь вопросы? Ой, у меня вопросов куча. Ну давай так, не встречался ли тебе кто-то еще из убежища? Если мы встречали эту твою смотрительницу, она нам не представилась. Поспрашивай у Уэйворда. Думаю, это не так уж и трудно не заметить. Типа, человек из убежища. Что про сокровища? Буду поделиться рада всем, чем знаю. Что знаю. Не так давно кто-то включил трансляцию по радио. В передаче утверждал, что в Апачи закрытые есть убежище. Люди были так... не успеваю читать. Уэрди мы повстречали одного парня, Картер, так его звали. Он дал нам пару подсказок. Пришлось отдать ему крышки. Теперь нам нужно отыскать ответ. Что с окружающим миром? Мы обе из Вирджинии. Ну, то есть то, что было когда-то в Вирджинии. Там повсюду очаги радиации. А те немногие места, где можно было бы жить, быстро... разобрали. Я хочу сказать, что в Апачи, Апалачи очень-очень опасно. И все же куда лучше, чем там. Что тебе известно про район? Если не считать того, что это кладбище... мы здесь недавно, но судя по тому, что нам довелось повидать, эти места здорово пострадали, потом появились эти твари. Горелые. Они не знают жалости. Видимо, перебили всех, кто уцелел после бомбардировки. А когда людей не осталось, все накрылось медным тазом. Оружие есть? Тебя отправили с пустыми рустами? Недолгий был бы вышел поход. Держи. Писак дали. Ой, ладно, спасибо. У меня, конечно, есть огнестрел, но писак тоже хорошо. Все, больше взять нечего. Так, ну я надеюсь, в горелых-то мы встретим не скоро, да? Мы уже с тобой говорили, дурында. Так, а город у нас где-то, видимо, вон там, у подножья, да? О, автоматон, или как его там правильно? Протектрон, точно. Убитый уже.
Такое ощущение, что кто-то расчищает передо мной дорогу. Кто же ты, человек? Грязноцвет какой-то. Голодный рад олень. А голодный олень может напасть? Нет, он, похоже, сам меня боится. Человек. Бутыль для самогона. Возьмем. Варган. Авраам Линкольн? Это вы? Так, канистра. Возьмем. Потрошки. А, годовалый рот оленя. Я читал голодный. Ну, бывает. Так, расскажешь что-нибудь? У тебя есть минутка? Сегодня мне что-то нехорошо. Тебе нужна помощь, но не та, которую оказываю я. У тебя ничего нет, да? Очень надеюсь, что ты говоришь правду. Блин, чувак, а мне нечего тебе дать. У тебя есть препараты? Без моего лекарства я плохо что-то там делаю. Психа заставляет меня чувствовать себя непобедимым. Нарик, блин. Я знаю, что такое психа. Чертов Нарик. Кажется, это что-то растет. Да, дикий мутафрукт. Мутафрукт — это хорошо. Это я люблю. Так. Там какой-то протектрон ездит. Хороший он или плохой? Вроде хороший. А вот и городишко. Так, сколько времени уже? О, времени у нас уже прилично, поэтому сейчас я дохожу. И на этом все. Где вход в город? Ну, условно город. На свалку. А, лесопилка Гилмен. Это не то. Кстати, мне там говорили, по-моему, что на мапе красным цветом обозначаются живые игроки. А, нет, не красным. Вот, обычным цветом.
Непонятно, сколько людей сейчас на карте. Зона поражения. Но вообще народу прилично. Так, посмотреть. А где город-то? А, дальше. Так, мужик, есть что? Что-то есть. Пачка сигарет. Ну, бери шар. О. Я так понимаю, что испытание пройдено. Потратить час на исследование Апалачи. То есть я уже час играю. Значит, надо заканчивать. Ремонтный верстак. Во. Верстак нашли, и уже хорошо. В общем, дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. С игрой не прощаюсь. Вот. Буду ли я ее выкладывать, не знаю. Если будет интерес, то почему бы нет. Вот. Ну, вообще я планировал в нее в коопе поиграть с некоторыми товарищами, кто в нее уже играет, из моих знакомых. Посмотрим, получится, нет. Если не получится, то не страшно. Усё. Я с вами еще раз прощаюсь. До новых встреч, не болейте. И аривидерчи.